Всем привет! 21 июля. Спешу похвастаться, насколько высоко уже подрос цветоносик. Также вот уже созревают бутончики. Так, сейчас наведем резкость. Вот такие бутоны уже. Так, дребезжит. У нас, давайте вот так подниму. О! Вот такие у нас бутончики созревают. И также я смотрю на орхидейки. Есть вот активные почечки. Я хочу снять верхнюю шкурочку, так сказать. И, возможно, у нас появится либо цветонос, либо деточка. Ага, тут ничего нету. Тут ничего нету в этой почечке. Так, дальше у нас есть вот еще. Тут тоже ничего нету. Там затаились вредители в этих почечках, потому что на орхидейке образовался немножко мучнистый червец. Я обрабатываю так. И думала, что там активные почечки, а там ничего нету. Ну и хорошо, убрала гнездо мучнистого червеца. Ну, вот такие вот хорошие изменения за такой немаленький период получились в этой орхидейке. Наблюдаем за ней далее, скоро будем радоваться цветению. Сегодня 9 августа, хочу похвастаться вам, что открывается вот уже один бутончик. Вы только посмотрите, как он интересно раскрывается. Но у меня есть одно но. Сегодня пятница, вечером я уезжаю буквально через пару часиков на недельку и пропущу самое красивое открытие этого бутона. Но я не расстраиваюсь, потому что бутона, вон, видите, еще хватает предостаточно. И через неделю я к вам возвращаюсь, показываю, как поменялась орхидейка. И, надеюсь, один из бутончиков успею схватить и показать вам, как же он открывался. Ну что, вы смотрите дальше, а я неделю в ожидании того, с какой красотой я встречусь через недельку. Приветики, прошла неделька после отпуска, сегодня 17 августа, и вы посмотрите, как открылся мой бутончик, который при отъезде только-только открывался, и открылся он не один. За эту недельку вот еще один бутончик открылся. Вот такое красивое цветение получилось в этой орхидейке. Ну что, я предлагаю продолжить видеосъемочку хотя бы еще одного бутончика. Вот этот, который вот-вот скоро будет открываться. Мы понаблюдаем за его открытием и подведем итог по этой такой красивенькой пятнистой орхидейке. Ну что, смотрим дальше. Всем привет! Сегодня 25 сентября, и я решила завершить видеосъемочку по поводу этой орхидейки. Бутончики уже открылись где-то больше недели назад абсолютно все, но все никак не находила время показать и завершить свою видеосъемочку красивой орхидейки. И получилось у меня в этом году 7 таких вот красивых цветущих бутонов. Вот такая вот красавица радует своим цветением. Я надеюсь, мое видео вам было интересным. Понаблюдайте со мной за моей такой вот
пятнистой красавицей. Буду признательна, если кто-то напишет, как называется этот сорт, потому что орхидейку мне подарили еще в прошлом году, названия на ней не было. Ну, вот такой вот небольшой обзор орхидеи у меня получился. Подписываемся на канал Ковидаки. Буду радовать вас еще другими соцветиями своих орхидей. И до новых встреч. Пока-пока.